Так, друзья, 21, да, января сегодня у нас? Да. Нам покоя не дает дурная голова. Вылезли в снег. Вот. Снега примерно сантиметров 10. И первый сигнал. Блин, прошу прощения, дорогие. Снимаю на телефон. Камера сдохла опять. 52-й годик, да? Прекрасно. В принципе, земля копаемая, если это не песок и не глина. Если глина и песок сейчас там пробовал, уже не прошибешь. Вот такая красота у нас в лесу. Вот как-то так. Так, друзья, вот с нами тут ходит местный житель. Кстати, ходит еще, где машину поставили, там в поле. С нами гуляет. Такой добродушный пес. Смотри на нас. Хороший, в слюнях есть. Находочка вот такая. Блин, на телефон, конечно, снимать жесть. Гребень старый. Почти целый. Как-то так. Итак, друзья, лазим по лесу. Господи, прошу прощения за качество съемки. Вот так уж получилось. Классно, конечно. В принципе, достаточно копаемо. На улице, наверное, где-то минус 6. Вчера было холоднее. Вчера весь день шел снег. Вот. 5 копеек, 40-й год. Да. Как-то так. Ну, хотя бы что-то находим. То уже хорошо. Главное дома не сидеть. Нет предела. Из-подо льда, в луже выколупали вот такой гильзач. Кто в теме, подскажите, что это такое, потому что мы не знаем. Но целенький. А может, сейчас на жопе что-нибудь написано. Сейчас посмотрим. Вот это гильза, вот это находка. Чего там интересно пишут? Да. Фиг знает. Руки. Что-то где? Это 3-й год, что ли? Возможно, да, они ж писали года. Вот войну особо-то не копаем, поэтому мы не знаем, что это так. 184-0. Не знаю, ну, ребят, подсказываю, если кто знает. Итак, ходим-бродим. Дорогу мы нашли, на ней завал деревьев, но вот ходим вокруг дороги. Вот такой сигнальчик выскакивает. Жалко, здесь фокуса нет. 15 копеек, 75-го года. При жизни потертая, но читается. Для зимнего копа под снегом и льдом. Видео так и назовем, под снегом и льдом. Из-под снега и льда. Из-под снега и льда. Так что будем бродить, ходить. И радоваться жизни. Ужас. Так, вот такая. 10 копеек, 72-й год. Пришли в такой ельник, но это не чисто посаженный. Там поле. И двигаться нам теоретически нужно туда. Любку потеряли. Пойдем искать. Так, лазим. И вот такой крестик. Хотя дорог здесь не было по картам. Дорога была вот там чуть-чуть, подальше, ближе к полю. Или в поле. Так что, может, еще что-нибудь найдем. Там, говорит, еще звенит. Да, сигналов, конечно, мало. Трешка. 31-й где-то есть-то. Вылезли к дороге уже, вот она. Идем в сторону машины, стемнело. Так, держи. У Любы у нас там что-то интересненькое тоже, по-моему.
Сейчас поснимем. Ой. Ё-моё. Вот игрушка. Да? Конечно. Ну там еще. Кусок от рукоятки пистолетика. И что-то там у нее звенит. Уже все обессилили. Здесь, конечно, где. И у тебя, что ли, звенит? Ё-моё. Да, вот здесь нет леса, здесь, конечно, жесть. Сейчас оставь пока. Не могу, она. Я не могу, мне не хватает сил. Выковырить ее. Что-то здесь началось. Ну, звенит 28-й. Чистый. Ну, видимо, остатки пистолета. Сейчас Димыч свою фольгу выкопает. Или не фольгу. Хера, блядь, траншеи, я извиняюсь. На. Ольга, да? Ну это ладно, там. Пойдем пистолет извлекать на камеру. Игрушечный. Кто там, тетя Люба у нас не может. Или смогла. Ну, она вот здесь где-то. Извини. Ну, а вот он. Ну, это уже не то. А, подожди. Ну, точно. Еще часть. Разобрал все. Ну, игрушечный, да. Он был с проводами, он светился. Рекорд! Ну, конечно, игрушечный. Рекорд! Бух! Ха-ха, прикол. Все? Или нет? Стволы-то где? Смотри. Видишь, ты сегодня по гильзам и пистолетам. Ну понимаешь, вот он 4,6, а что это? Ствол? От пистолета. Ой, блин, цирк. Да. Может, это что-то сверху? Это цирк. Конями. Да хрен там сверху. Долбите лед и соберите рекорд. Пистолетик. Ну, оно бьет уже как фольга. Ладно, я выключусь. Если найдем еще что-нибудь это, прилепим. Так, друзья, наковырялись, нагулялись, воздухом надышались. Ну вот, находочек немного, конечно. Советики с конинками, крестики, серебрушка выскочила, прикрепим. Ну и тут, да, вон бомба, пистолеты, два гильзача таких, ой, блин, по сравнению с моим кулаком, такие серьезные. Вот подскажите, что это было? Вот это так. Ну да. Вот, на этом мы, вот наш рыжий опять прибежал, он здесь живет. Вон там. Ну так, на этом я думаю, что мы все-таки не заканчиваем уже начатый сезон 2018 года. Да мало ли. Не, ходили, долбильно. Подледный коп. В целом нормально. На этом прощаемся. Подписывайтесь, ставьте пальцы. Да куда угодно.
Все, всем пока.